Я иду на тусу потусить. Тебе ничего не светит, солнце только типа санузел. Женя мне показал член. У меня нет трусов. Маленького таракана. Маш Милаш, понял? Шлеп, шлеп, бьет под задницу в задницу. Всем привет, меня зовут Маш Милаш, вы находитесь на моем канале. Перед просмотром этого видео поставьте палец вверх, подпишитесь на канал и тыкните на колокольчик. Мне это очень важно. В этом видео мы находимся на Пангане. Там очень плохо ловил интернет, и из-за этого приходилось создавать очень много контента и много ругаться матом. За мат, извините, я в другом городе. Кстати, сейчас я нахожусь в Грузии. Когда-нибудь вы увидите стримы отсюда, но это будет не скоро. А пока что смотрите видео из Таиланда. Приятного просмотра. Мы с вами сегодня встретили закат. Вот здесь встречаем. Смотрим. Уже встретили, получается. Хочется искупаться, но что-то дно мне это не нравится. Ехали сюда за 2000, чтобы пописать и уйти. Охуенно. Ехали за 2000 рублей, ты понимаешь, чтобы поссать в море, блядь. Я в аэропорт езжу, блядь. 2000 рублей нахуй сюда доехать было. На дне валяются члены у моря. Зайти туда невозможно. Маш, ты была отличницей в школе? Ну, конечно, блядь, а кем же я еще была? По мне же это понятно. Голландский штурвал. Друг другу делают. В общем, очень красиво. Я в ахуе. Женя, стучи, стучи по ним. На, нахуй. Бля, Маш, меня ты не нужно. Я не тебя, я по ним. Не надо, никого здесь нет. А, у меня сгоревшее плечо. Показалось, показалось, Жень. Thank you very much. Андрюх, ставь. Ставь, Андрюх. Это Том Ян, друзья. Вот так он выглядит здесь у них. Маш, ты же понимаешь, что нам похуй на твою похлебку? Тут все ради бупсов. Напишите ему, как он не прав. My friend, how are you? Where are you going? Вот this there. Very nice to be on the screen. Он не понимает меня нихуя. Интервью. Окей? Are you Toyota Camry or Lada Sedan? If I was at what? If I could be whoever I wanted to be? Бля, я нихуя не понимаю. Нет, этот актер нам не подходит. У него слишком сложный английский. A Porsche. Ебать, ты Porsche хочешь сказать? Какой ты Porsche, блядь? Ты нахуй Lada Sedan. Do you like Jackie? Yes. Maybe you want fuck she? She is like a BMW M4. She's like a BMW? M4. M3? M4. M4? Yes. That's a beautiful car. Cabrio, cabrio. Do you want sex with she? Porsche and BMW collaboration tonight, yes? Or maybe tomorrow? Or maybe tomorrow. Okay, yeah. Завтра. Жень, сегодня у тебя есть выбор. Продолжаем. А вот your... А, как его зовут? Каспер? А, Каспер, Каспер. Каспер. What's the most popular song in your language? Как это ты не ебешь? Ты в школе, блядь, на каком песне пел? What song did you sing when you were at school? I don't know, блядь. I don't know. То есть ебаться тебе охота, а спеть тебе впадлу, правильно? You can sing a song. О, бля. То есть тебе надо, чтобы тебе дали, да, и еще и спели, да? What about I film you and then you sing a song? А, ну, конечно, я... Так, а ну... Руки, ай! Ах ты! Ай ты! Ах ты! Можем зайти на тусу, немножко там блюмена валить и поехать жрать тараканов. Как идея вам? Маш! Да что, блядь, это такса, она не кусается. Какая, блядь, такса? Она в 10 раз больше таксы. А где штаны, блядь, мои? Галя, забрала. Жень, иди за штанами, умолю. А где они? Я стою сейчас с голой жопой, прям. Нахуй она забрала мои штаны, блядь? Ее же не просил никто. У меня нет трусов. Я его сняла специально, чтобы, блядь, мне было комфортно. Спасибо, Галя. Галя, это была отмена. Hello. Yeah. Where are you from? California. I cannot see. What does it say? California. Oh, nice. I like California so much. Бегуй с ними. Пойдемте. Нихуя себе, нахуй. Делаешь, да? Джедай. Да уж, это остров кринжа, конечно, блядь. У них написано, блядь, что нельзя снимать. Они просто вот так. Тут только так можно. Давай, короче, так. Типа мы не вместе, поняла? Я как будто одна стою, так танцую. Вот какого хуя ты сделал?
сколько у вас там, друзья? Сколько? Пожалуйста, приходите все на сиборг к нам. У нас здесь палочки. Тысяча человек. Вау, классно. Я еще столько никогда не смотрел. Ты что стоишь? Иди танцуй. Что, блядь, подошел здесь? Внимание, трюк! Не следа. Что ты такой стоишь, блядь, серьезный? Блять, песком, Маш! Пойдемте, хуй с ним. Маш, милаш, понял? Шлеп, шлеп, бьет под задницу в задницу. Потом мы поехали в какой-то рынок, какое-то веселительное место, и там можно было 4 раза попасть в мишень, чтобы выиграть подарок. Мы все подумали, что это очень легко, но это был скам. Там невозможно было выиграть подарок. Мы просто потратили деньги. Блядь! Чё, блядь, перестал, блядь? Блядь, у меня телефон. Заплывал, кого живёшь, блядь. Ещё, блядь. Не, даже не думай. Даже, блядь, не думай вот про эту хуйню. Я тебе отвечаю. Сейчас. Сори, it's a former friend. Окей. Мужики, Галя делает. Сэй, Галя. Да. Маша, посмотри. Мы берем паука. А как ты кидал в первый раз, помнишь? Отошли. Пошел, это я обиделась на вас. Если оно так накрывает эту бутылку, то ты выиграешь деньги. Смотри, на ней деньги. А, нифига себе. Они так расставлены, что хуй попадешь. Это скам, честно говоря. У меня нет вот этой лудомании. Наебка. Хуй там. Наебка, пойдемте. Он предлагает у него еще заскамиться, без проблем. Окей. Воу! Ебать. Скам. А я говорила. Что надо? Вот это. А что делать? Да. Стрелять. Во что? В мишень. Ебать. Я не вижу, куда она летит. Правда так и дальше. Да куда он, блядь? Нормально. И что, мы выиграли? Нихуя мы не выиграли, походу. Здесь не выигрывают. We are not a present, yes. Not present. No. Ебать, просто стрелять? А нахуя я это делала? С нами была Оля, подруга Гали. Оля захотела поесть тараканов. Ну, мы туда и поехали за этим. Ням-нямка. По одному всем взять. Подожди, во рту покажи, что за херня. Ну ты мама. Давай, не покажи. Рот открой. Пожалуйста. Что за уродина? Давай одну уродину въебем на двоих. Она же уже не готовая. Она съела голову. Это опарыш, а чего они появляются? Только когда кошка сдохла. А, сука, это жирная, стрёмная, конечно, уродина. Жень, ну хоть за 1000 съешь. За 50к съешь, спрашиваю? Какого именно? Выберешь? Любого. Спроси. Он в панировке, солененький. А какой там остался? Ооо, блядь. Вот это пиздец. Это пиздец, реально. Ну типа кузнечик еще, блядь, куда ни шло. Просто попробуй, лизни хотя бы. Лизни, Жень. Давай лизнем. Красивый такой, добрый. Анатолик. Давай вместе разъебем Анатолика. Я боюсь, Маш. Что ты его боишься? Вот Маш, что? Пожалуйста. Блин, можно голову вот эту хуёву убрать с моей руки? Мне она не нравится. Блять. В какой-то момент стало
становилось скучно на стриме, и я решила ради своих ребят, зрителей, тоже попробовать таракана. Ну и ради того, что, ну, типа, зачем они там есть, если их едят, можно и попробовать, правильно? Ладно, похуй, вот эту съедим, вот эту съедим, маленькую, а хули она лежит просто, да? Все, с проблем. Да, да, говорю, давай, ма. Бля! Фу, реально съела! Честно, хуйня полная. Просто соленая хуйня полная. Женя, съезжаем с виллы. Как когда яичницу пережарил, и осталась эта хуйня, соленая корочка. Ага, да. Вот то же самое. Блядь, она съела второго маленького тараканов. Женя, блядь, возьми просто его и все. Маш! Он никуда не уходит, вот он. Маша, блядь, я знаю, что убьёшь. Блядь, нахуя? Маш, милаш, понял? Шлёп, шлёп, бьёт под задницу в задницу. Во всех барах я давала концерт. И гимном Таиланда оказалась песня детская «Тёплые лужи», не моя совершенно. Вы её ещё 100 раз слышите, а пока что вот смотрите, как это было. Это моё место. Can I sing? Попроси мне бы тёплые лужи въебать. Галя решает, нахуй. You the one filming up Santashi style. Я с тобой не люблю. Это ирландец, который нас на ушла. Мы тебя не любим. Пошел вот. Нет. Слышь ты, блядь. На, блядь. Пошел отсюда нахуй. Все, сейчас будет блин. Сегодня дождь, сегодня небо серо. Ты идешь угрюмый и смирной. Твой сон сырой, ну разве в этом дело? Все. One more time он попросил. Он попросил one more time. Концерт так концерт. Я второй микро могу взять. Давай, давай. Дайте второй микрофон. Секс будет сейчас на счет. Смотри, как я покажу это фри. Бери, секс будет сейчас на счет три. Покажи, что ты можешь дать шафоми. Смотри, я бизнес-вумен из Москвы. Сейчас на счет три. Very good. Потом мы решили пойти в какое-то другое место, и я решила, что надо устроить шоу и там. Потом я встретила Тарзана и стала оказывать ему знаки внимания. Ладно, давайте куда-нибудь, блядь, сядем. А что там наверху за бар? Может, туда пойдем? Во, наше место. Джей, ты можешь спеть, а не лапай, а лопай? Да. Давай. Дорогая санки, скатись, если не тупой. Следующий трек играет расклад. Расклад, не говори мне, нет! Назад! Просто все своих, баб! Ой, ну вкусно на самом деле, кокосик. Ну ладно, если он еще раз повернется, скажите мне, хорошо? Напишите Тарзан! Я пойду его доебу, короче. А вот сейчас повернулся, сейчас вижу. Угу. Все, Тарзан намекнул мне, что надо его и пусти. Чувствуете этот вайбс? Он меня послал. Your smile there, we watch. Это Тарзан. Блять, это Тарзан, нахуй. У него прическа охуенная. Какие они душные, нахуй. Sorry, I want sex with your friend. That's all. Блять, пожалуйста, скажите ему просто. I want to fuck your friend, блять. Put my finger in her, his ass. That's all, блять.
Маш, милаш, понял? Шлеп, шлеп, бьет по заднице в задницу. Дальше я решила, что очень плохой интернет на этом острове, и нечего снимать, и это прям проблема для контента. Купила билеты, купила отель другой, и мы с Жекой переехали на соседний остров Самуи. И вот первый вечер там. Мы на новом острове, здесь охуенно. Вот они скейтеры, да, то есть вот у нас Самуи, я тут люблю тебя. У меня осталось всего именно косарь рублей, ну, местного типа. Доедем до центра, я сниму. А карту-то, с которой брать-то снимать, я не взяла с собой. У меня есть только 100 рублей, блядь, местного характера, и больше у меня денег нет. А хочу пить, есть. И посмотрите, как здесь симпатично. Здесь хоть иди в Макдональдс, блядь, хоть что. Там подсказали, в телеграм-каналах чаты есть. Вот всякие чаты. Что надо делать? Их очень много. Ну и что, Женя предлагает искать деньги по чатам? Чатам русских. Ура! Есть, господи, ура! Наличка, чтобы мы вам на русскую карту перевели. Она договаривается сейчас с ним. Короче, Женя допизделась, что мы им на русскую, они нам аналом. За 500 рублей. Реально? Да, без проблем. Мне жарко. Кауль, каули, ютуб. Каули? Нихуя себе, ты что, блогер? Вау. Ты ко мне подошел, чтобы показать свой канал? А ну-ка быстро поясни. Я просто не понимаю, ебать, что ты хочешь? Подошел, блядь, показал нахуй, сказал бай-бай и ушел. Ну пиздец. А, 500 скинули уже. А, ебать. Ладно, без проблем, базар. Very, very beautiful. Very beautiful. Ладно, пойдем дальше. Не хочешь окунуться, кстати, охуенно? Hello! 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 You are very, very handsome. What's your name? My name is Jose. Как? Habibi, come to Samui. What's the city? Так же, как та тайка в том баре. Ого, блядь!
Маш, милаш, понял? Ага. Шлеп, шлеп, бьет по заднице всадницу. В Макдональдсе к нам подошел клевый чувак. Это первый раз, когда кто-то сам подошел, а не я кому-то пристал. И мы так здорово с ним болтали, что как это все дошло до секса втроем. И я решила его слить и попросить, чтобы он мне показал член. Я подумала, он так срез. Но не тут-то было. Ой, хорошо, девчонки, сидим, да? О! You making a video of this? Yeah. What's your name? My name is Steven. What? Steven. Steven Spielberg. Нихуя себе, он сам подошел. Первый, кто сам подошел, знакомимся ко мне. Это миллионер из трущоб. Он предлагает мне псением заняться. Не, он так не сказал, но он так решил. How many people are watching your live? Сейчас, погоди, бро. Maybe you want fingers on ass. Fingers in your ass. Я его не увидел. You are a bodybuilder, yes? Or you body like... Do you like sex? Yes. You want to sex with she? Or me, okay, or me, okay. You must say yes or no. We stay here, пока не разберем, блядь. Подрезюмируем, так сказать, наше интервью. You want she, верно? Can you show us your dick here? Блядь. Да что? We want to watch, excuse me, we want to watch here. In McDonald's? We want to watch here. Yes. Я пойду чекну его член, хорошо? Пойдемте посмотрим, что он хочет. You demonstration your dick? Sex will be who is who? Что WhatsApp, блядь, Telegram нахуй. I don't want to your hostel, I want to see your dick. I want... А, окей. You want my friend? Are you both two? Me and you and your friend? Free. А, ты хочешь втроем? Yes? Do you want? Can you show me your dick? Okay. I only see. You can put your trousers. Okay, first come. Okay. Oh, very good. It's very good. Thank you very much. И вы понимаете, я по приколу, чтобы он ебался, попросила его показать член, а все дошло до того, что он все-таки показал его мне. Это невероятная история, как далеко могут зайти мои коммуникативные способности, что люди из других стран показывают в других и третьих странах мне свою, так сказать, балду в коридоре Макдональдса, блядь. Господи, какой ужас, блядь. Он даже в туалет не заходил, чтобы ты понимала. Все давай, вместе. Пожалуйста, мы не пойдем к нему, давай, хорошо? Давай. Okay, скажи, you can go, что у тебя... And we'll come with you. Are you going to be here then? You're going to be here? Yeah. Okay, have a good night. Okay. Он прям в коридоре мне его показал. Я камеру такая раз, достает свой, блядь, карандаш, нахуй, оттягивает его еще и говорит, ну вот так он больше, а вот так, и он его еще крутит. Туда-сюда, я стою, блядь, о, просто пиздец, нахуй. Говорят, нельзя смеяться над письками. Ну так, я не знаю, кто так говорит. Ну просто я вышла, вы видели, как я охуела. Ну, он, поскольку он так долго ломался, было понятно, что не биг. Ты реально думаешь, типа, когда... Просто подходят на улице, предлагают показать член. И ты долго ломаешься, блядь, что это значит, что у него маленький. Я готов показать член, блядь. А что вы так долго ломаетесь? У вас что, маленький член? Что вы так долго ломаетесь показать член? Телки с камерой, верно? Там уже это просто пиздец. В состоянии, так сказать, вертолета. Show me your dick. Скажи, чтобы они together показали. She's an interviewer and she asks him to show his dick. She's journalist of dicks. Hello. We are from Belgium. It's near Spain. Belgium. Okay. Belgium. Russia? Belgium. You don't know Belgium? Oh. Hi. Yes. Anymore? Ну куда ты, блядь? Ну что я? Ну это выглядит не как живот, нахуй. Что? Что это? Ты татуировку показал? Тату.
Tiger. Oh. Who is that? Day of the Dead, Mexican. It's your wife, yes? No. Блять, она ищет Бельджигут мой. How you spell it? Бельджигут. Говорит по-русски и с другими давай окончаниусами. This is. А ты что написала? Бельджигур написал. My friend, my new friend Steven show his dick. Will you do the same for me? What? What? Show your dick. No. You show me your dick, I show you mine. О, Элван, Элван. Все танцуют локтями, все. I know your song, you're a very good rapper. It's a famous, it's a popular singer. Все танцуют локтями, все танцуют локтями, все. Excuse me, one moment. Can you autograph, yeah? Autograph. Ow! Местный пикапер это кто? Бежите. Блин. Белые они болтанарцы. Танцуют, танцуют. You know Morgenstern? He's close friends with Morgenstern. I don't know who is Morgenstern. I have a dream. I want to see you, Dick, Elvan. Okay. I want to see. Он сказал, ты должна заплатить. Как будет? 100? Да. 100 бат. Что, это хорошая? Это хорошая? Ну, сделка, как вы считаете? Мне кажется, он заберет наши предпоследние деньги. Сколько людей? 1600. Мы скажем, что это 1600 тысяч. То есть нас блин, смотрят... миллион, ты хочешь сказать, 600? Да. Бельджигут весь смотрит, скажи. Now it's watching all our country, Бельджигут. 1,600,000... Бельджигут. Разборки Бельджигута. Скажи, что мы не говорим с ними, у нас интервью, Жень, блядь, скажи у нас интервью. Интервью. Иван. Можешь ему сказать, блядь, по-русски нахуй? По-английски. Что он так выебывается, потому что услышал, что нас смотрит миллион. Чтобы он рот нахуй свой закрыл, ушел сейчас. Ты так выебываешься, потому что... По-английски, блядь. Don't показывать на меня пальцем, хуй ты ебаный. Давай, давай. Нет. Все, пойдем, берем его и уходим. Все, go. Пусть теперь друг другу члены показывают. Грустные вот такие, блядь, сидят. Ага, нахуй. Гуглят у Моргенштерна своего близкого друга, блядь, спрашивают, кто там в Бельджигуре живет, нахуй. Он нас готов отвезти. Нам пока рано, давай через. Да, я знаю, я ему это сказала. Маш, милаш, понял? Ага. Шлеп, бьет по заднице в садницу. О, Дик! Ай, си, Дик! My fingers.
finger in your ass? No, no chance. Not today? No chance. Not ever. Ah, no, Маша. Маша. Я хочу. Я хочу. Пальчик в анальчик. Пальчик. Пальчик. В. В. Жоп. Жоп. Да, умница. Yeah. Окей, без проблем. Want to have sex with my friend? I know say that. No, maybe no today, maybe завтра, tomorrow, after 2-3 weeks. Забей. Твое мнение сейчас не интересно. Я понимаю. Я понимаю, что ты его не хочешь ебать. Понимаю. Я сейчас у него спрошу. Скажи того мужика, помнишь, который в баре был, как он смотрел? О, хорош. Хорош. Ох, Хенер, you trouble lady, eh? What? You trouble. Say you trouble. Me? I'm not here. Good girl, angel. No. Что они там you все devil. Собираются? Hey, I see horns. No, I am angel. I see the horns. No, I am angel. What I am angel. This? Короче, я предлагаю съебывать нам. Закрой свой зонт, сними скорей ботинки, босиком по лужам. Это пиздец. Ай, потеряла. Оу, you are very, very sexy. Thank you. I cannot see you, there's too much light. It's not a problem. Да хуй, поехали. А вот сейчас будет полная пока. Маш, милаш, понял? Ага. Шлеп, шлеп, бьет под задницу в задницу. На этом это видео подошло к концу. Я надеюсь, оно вам понравилось, и вы прям похихикали, потому что я хихикала. Надеюсь, что и вы тоже. Подписывайтесь на мой телеграм, ютуб. Ставьте лайки, пишите комментарии. Вас люблю, увидимся в следующих выпусках. С вами была Маш Милаш, и до скорых встреч. Бэмс!